меня было сделано какое-то негативное воздействие. Вот я упала, ходила очень долго на костылях, был перитонит. Тоже могла умереть в течение получаса. И после того, как случилось вот это негативное воздействие, было целый год очень плохо, настолько плохо, что вообще просыпалась и думала, зачем ты живешь? Ну, потому что ходишь на костылях, потерял близкого человека, понимаешь, что уже как жить без него? Было реально очень плохо. Сабигди помог мне сделать, остановить вот эту серию негативных событий и помочь, ну, начать жить заново. Хочу еще раз поблагодарить Мехди за его дружбу, за его хорошее отношение, общение. Спасибо за то, что вот в моих случаях он мне помог, когда мне это очень сильно было нужно. Вот, я ему очень благодарна.